Здравствуйте. Меня зовут Марк Липовецкий. Я профессор русистики в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Но еще я, и горжусь этим, постоянный автор журнала и издательства НЛО. И в этом году я буду принимать участие в 27-х банных чтениях конференции, которые НЛО проводит ежегодно. В этом году банные чтения посвящены антропологии насилия, и мой доклад будет о трикстере и насилии. Я много лет занимаюсь проблемой советского трикстера, фигуры советского трикстера, то есть плута, шута, обманщика, в широком диапазоне от Остапа Бендера до позднесоветских и даже постсоветских трикстеров. И мой доклад будет называться «Трикстеры и насилие», потому что, на первый взгляд, проблемы здесь нет. Трикстер старается обойтись без насилия. Трикстер со времен мифологических культур минимизирует насилие или же вообще как бы оперирует другими средствами. Вот. Но если мы начинаем смотреть на советских трикстерах, отношения трикстера с насилием более сложные. Вот. И даже один из самых ранних советских трикстеров, Беня Крик, в общем-то, не чужд насилию. А наблюдая за поздними и современными метаморфозами этого типа, мы убеждаемся в том, что насилие осваивается трикстером, и насилие становится одним из инструментов трикстерской власти. Мне кажется, этот вопрос не чисто теоретический, а достаточно политически актуальный, скажем так. Многие годы мы повторяли формулу Бродского о том, что ворюга милей, чем кровопийца, но если понимать под ворюгой трикстера, то эту оппозицию, мне кажется, пора пересмотреть. Так что приходите на конференцию, на банное чтение и приходите на мой доклад.